игра сложилась для нас удачно. Мы забили там в первых четырех сменах наше звено 4 гола. Вот партнеры подхватили и начали забивать и помогать вратарю на ноль стоять. Благодаря чему сегодня был такой особенный настрой? С самого начала и до последней минуты бились? Ну, прошедшие три матча плохо для нас как-то складывались. Даже предыдущий, когда мы выиграли 7-3, содержание игры было плохое, мягко говоря. Вот, и сейчас поднастроились, может, как-то по-особенному. Наверное, и поражение такое обидное от мамонтов игры наложило. Да, это очень обидное поражение, даже не хочу об этом говорить. Вот насколько важно сейчас в борьбе плей-офф, что выходит на первый план? Ну, сражаться нужно не за себя, а за партнеров, за команду. Нужно зарабатывать, прежде всего, очки для команды, а не для себя. Тогда будет все хорошо. В третьем периоде обсуждали между собой, что нужно все-таки побольше забить? Нет, мы обсуждали только, чтобы помочь Цире, ну, Циркулю, вот и Скорику сделать хит-трик. Ну, а в итоге оформил хит-трик ты, как его прокомментируешь? Ну, удачно подхватил шайбу, вот партнеры помогли, побежали на ворота, перетянули защитников на себя, они сместились к воротам ближе, вот, и удачно попал. Только появился после травмы, как себя чувствуешь? Нормально, все хорошо.